Привет всем! Сегодня у меня ответственный день. Первый раз сяду за руль. И мне предстоит поехать в магазин. Муж принципиально не хочет этим заниматься, как и любой другой мужчина. По магазинам он ходить не любит, и у меня нет другого выхода. Мы недавно вернулись с Оушен-Сити, потом меня попросили помочь с детьми, моя знакомая, и фактически неделя выпала, еще неделя выпала в Оушен-Сити, я не ездила, не практиковала, и вот сегодня, наконец, решилась. Все это время, пока я живу в Мэриленде, мой муж был всегда рядом, мы ездили вместе. Конечно, у меня эмоции сейчас зашкаливают, я даже говорить не могу спокойно. Мне предстоит проехать аж 2 минуты до магазина, фактически по прямой, но там есть один светофор. И назад, естественно, закупиться. У меня есть там 2 списка. Кое-что муж сегодня такое тяжелое привез уже домой из дальнего магазина. А мне нужно поехать в ближний магазин продуктовый. Вот у нас тут небольшой ремонт. Ну, вернее, не ремонт, а такие вот уборки после отпуска. Муж там чистил кондиционер. Нужно еще дом вымыть, пол вымыть. Вот, рыба моя прекрасная, принцесса, плавает. Итак, поехали. Вот моя сумка. Муж вчера мне дал документы. Это мои ключи на машину. Недавно у нас ремонтировали дорогу. Я немножко поснимала, выставила. У нас ремонтируют стоянку для машин, делают разметку, заливают асфальтом даже малейшие щели. Где-то такая вот тележка, мальчик управляет ею. В маске, то есть мне казалось, что здесь вообще все в порядке, все гладенькое, но вот они устраняют даже малейшие неровности. Вот хочу показать, как делают работу, заделали мелкие щели, теперь вот распыляют. Почти ювелирная работа, вредная, конечно, все это летит, я закрыла окна, потому что вонь стоит. Я так думала, немножко подлатают. Они так все тщательно делают. Капец, вон как все гладенько. То есть основательно все это. Здесь нельзя будет ходить в течение суток. Машины вчера стояли на нашей стороне, потому что делали вот около дома напротив. Заливали все это. А сейчас вот с нашей стороны делают. Поэтому здесь не парковаться, не ходить нельзя. Знаю, как я выйду в Вашингтон. Придется туда выходить, на перекресток. Вот по этой улице. Вот они как распыляют все это вручную. Это стоянка для машин. Дворовая площадка. То есть это не центральная улица, не какая-то, знаете, такая площадь перед магазином. Это обычный такой небольшой дворик. И как тщательно все сделали. Техника уже разъехалась. Полдня ребята работали. Сейчас, видимо, все это сохнет. А завтра будут наносить уже саму разметку. Где должны стоять машины. Там уже бордюрчики подкрасили. Яркое все, аккуратненькое. Я почему-то думала, что вчера они возились около дома напротив. Но оказывается, они там тоже заделывали только щели. Это вот второй день работы, и вот результат этой работы. А дорога сейчас выглядит вот так вот, яркая, красочная, ровненькая, красивая. Так, ну все, с Богом, уже к себе не буду поворачивать. Настроила этот вот держатель для телефона. Сейчас поняла, как хорошо, когда ты садишься в машину в качестве пассажира, закуриваешь сигаретку и едешь. Ну, с Богом. Здесь стоит камера, скорость фиксирует, поэтому 25, не больше. Я еду 20, вообще нужно ехать не меньше, чем 25. В общем, доехала. Ноги дрожат. Все надписи на английском, нужно все это читать и быть предельно внимательным. За мной пристроилась машина, я ехала где-то со скоростью 20 миль. Уже боялась, что сигналить начнут. Но муж сказал, в общем-то, пусть даже показывают фак. Едь потихоньку.
Ну что, я накупила маленькую тележку, вот. Теперь главное домой доехать. Я доехала. Yes. Управлять машиной очень классно, кстати. Все, сегодня у Светки первый шопинг день сама. Она сегодня съездила в магазин и затарилась. Сейчас она открывает машину и начинает носить все свои покупки. Шопинг весь в багажник не влез. Светка начала складывать все внутрь салона. Что ты все назад не положила? Тут же места скажи много. Скажи спасибо, что я доехала. Я доехала. Ой, как хорошо. Спасибо, что ты доехала. Давай, таскай свои покупки, Светка. Может, ты бы что-то взял, нет? Не, моя задача оператором работать сегодня. Может, хватит? Не. Может, это арбуз, может, возьмешь там еще арбуз, один арбуз? Арбуз это все, твое все, это ж ты себе купил. Арбуз я не хочу. Возьми что-нибудь, хватит снимать. Нет, ты носи. Я же должен, знаешь, заснять тебя. Ты должна получить удовольствие от своего шопинга. Да, чтобы запомнила надолго. Да. Давай, мощнее. Бегом. Чтобы, знаю, ты издевайся, чтобы я меньше покупала. Ну, давай, иди. Освобождай машину, все. Ей тоже надо отдохнуть от шопинга. Так ты еще три раза сходишь. Я ничего не брал и брать не буду. Давай, Светка, давай, таскай. Я теперь поняла, зачем ты меня учил водить. Ну ты ж купила себе все, что хотела. Нет, ты просто ненавидишь магазины. Я ненавижу. Катастрофически. Давай, Казочка, давай. Вот, Светкины цветочки растут. Розочки растут напротив паркинга. Еще цветочки. А это моя машина большая. А это ейная маленькая машинка. Но в нее много влазит. Давай, тащи дальше все. Вова! Вова. Возьми что-нибудь. Это самое уже большое попереносило. Что ты это самое? Посмотри, как у тебя хорошо. Аж ножки, даже ножки не гнутся, пока ты несешься. Видишь, как хорошо у тебя все носится. Во. Когда будет пусто, скажи, я приду сниму. Так. А я тебе припомню. Мороженое три сорта будем кушать сегодня, да? Так, дверь, проверяй все. Ну так иди забирай все остальное. Вот. Надо искать срочно мороженое. И праздновать. Так, давай сначала должна что сделать? Ну, выходи. Выходи на улицу, бери ключи. Иди к машинке. Ну, закрываю. Иди к машине ближе. Че это? Ближе. Подойди к ней. Погладь ее. Скажи, вот ты меня привезла домой. Спасибо тебе, родная. Поцелуй ее. И закрой. Спасибо. Умничка, девочка. Все. Ну что, ребята, я в итоге вот купила... Часть продуктов уже успела разложить, то, что требовала морозильной камеры. Вот здесь краска для волос, здесь вот такой вот сыр, мне его нарезали, посмотрите, какая упаковочка. Вот так вот она просто раскрывается. Это нарезали на машинке мне, это клубника по акции, это томатный сок, это овощи.
Овощи, специи, ну, всякие там фрукты и так далее. Это органик хлеб, который здесь не дешевый, $5. Это не органик хлеб, как мочалка. Но здесь растительное масло, как будто бы здесь это изготовлено на сое. Мука, unbleached, то есть не отбеливанная. Это оливковое масло холодного разлива. Это, наконец-то, я нашла стиральный порошок для ручной стирки. Здесь используют машинки и как бы не очень заморачиваются. Ну, я берегу свои вещи, я люблю свои вещи, поэтому некоторые такие дорогие мои кофточки и платьичко я стираю вручную. Сохранение цвета и так далее. Ну, дальше всякие мелочи. Крем для тела, витамин Е. Дело даже не в этом. Здесь сыры. Копченый сыр, кстати, здесь дорогой. Это орешки, миндаль, $5. Вот такая упаковочка. Это два арбузика. Была акция, один арбуз бесплатно. Ну, посмотрим. Сейчас нужно проверить чек, или это действительно бесплатно. И такую сумку мне дали, потому что покупка была не дешевая, дали такую бесплатную сумочку. Дело не в том, я хочу показать, что вот это мне... Это у меня стоит тазик для рыбок, я здесь водичку им отставила, нужно долить. Но, вот. Пластиковые пакеты, везде пластик, это просто катастрофа. Вот эти пакеты, это... Третья часть, пожалуй, из того, я уже какую-то часть спрятала, удалила, ну, как бы, вот здесь вот. Это мусорные мешки. Вот этот пакет, это все с новой покупки. Вот, посмотрите, это ужас. Даже вот, вот это вот масло, где есть ручка, оно упаковано в пластик, и оно было еще раз упаковано в такой вот пластиковый кулек. Вот это пластик, вот это пластик, вот это пластик, это тоже пластик, это тоже пластик. Понимаете, это просто кошмар. Томатный сок, я искала, чтобы было в какой-то стеклянной упаковке, баночке, это тоже пластик. И это пластик, и это пластик. Вот сверху, вот это вот, это тоже пластик. И это пластик, удобненько, правда? Вот удобненько так взял, раскрыл, но это пластик. И это пластик. Вот это все жрут животные. Вот это пластик, это специи, кстати, специи очень вкусные. Вот единственная баночка, это огурчики, это баночка стеклянная. Вот это все тоже пластик, вот это все пластик. И вот это вот специи, это старые, вот горчица, все это специи, перец, это пластик. Это тоже пластик, и это пластик. Все, все пластик. Не знаю, почему так в Америке, как бы в Европе, всю эту фигню уже запрещают. Берем баклажан органик, я сегодня искала, вот органик. Но он тоже упакован в пластик. Где там мои, вот, желтые кабачки, органик, где там органик, тоже упаковано в пластик, вот так вот мы бережем природу, вот так вот все клево у нас, вот один перчик, не дешевый, и он упакован в пластик, вот достаем огурчик, органик, читаем. Органик. Да, все это видят. Органик. Как он упакован? Пластик. Это вот Америка, цивилизованная страна. Это все пластик. Красиво смотрится, дырочки. То есть можно сразу помыть. Здесь дырочки есть. Это пластик. Это клубника неорганическая. Продается по скидкам. Вот как красиво смотрится. Но в этой клубнике тоже есть пластик. В этой воде есть тоже пластик. Потому что она не продается в натуральном продукте. Как бы, да, написано. Natural spring water. То есть натуральная весенняя вода, да. Ну, дурак может поверить. Это пластик. В этой воде тоже есть пластик. Вот что меня огорчает. В Европе пластик уже запрещают. В Америке, увы. Вот, вот. Это везде, 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 везде пластик. Это все вредит нашей земле, в которой мы живем, с которой мы кормимся, которая у нас одна. Все, пока. Подписывайтесь на мой канал.